Сегодня, как известно, будем рассматривать гимн, и основной момент нашего рассмотрения – это приложение номер один, то есть музыкальная редакция гимна «Нотный клавир», который представлен. Я прошу распространить в зале мою поправку, касающуюся внесения в клавир буквенно-цифровых символов обозначения аккордов. Дело в том, что в свое время при Александрове, когда писалось, этого не было. Современная же нотная грамота практически везде, и у нас в стране, и в других странах, предусматривает такую технику. Мне кажется, что могли бы те, кто с музыкальной части готовил документы, лучше подготовиться. Прошу распространить эту поправку. По регламенту я имею право во время заседания распространить поправку. Она касается, еще раз подчеркну, буквенно-цифровых символов обозначения аккордов в клавире. Дело в том, что та техника, в которой сейчас представлен у нас клавир, она старая. Это эпоха, когда Александров писал. Сейчас все пишется по-другому. Это как корову через ядь написать, понимаете? Современные популярные произведения пишутся с буквенно-цифровыми символами. Очень легко работать музыкантом. А иначе это только для фортепиано и не для каких других инструментов. А учтите, что гимн не только будет исполнять президентский оркестр. Это самая популярная мелодия в стране. И поэтому мы должны, я думаю, в очень современном варианте, так сказать, представить. С редакцией, которую сделали бы потом, может быть, музыканты и так далее. Я предлагаю распространить это в зале.